Итак, друзья, новая игра в Яндекс.Играх. Я сам пользуюсь, бесплатные Яндекс.Игры в браузере работают. То есть вам не надо устанавливать игры, просто через браузер заходите из любого устройства и запускаете. Новая игра «Ферма». Конечно, игра бесплатная, поэтому тут есть реклама, как видите, которую приходится закрывать. Я вам сейчас расскажу, вот я подсел, играю здесь. И вы знаете, мне нравится. Конечно, вы считаете меня вообще ненормальным, но мне нравится что-то, знаете, выращивать, строить, развивать. Вот смотрите, удваиваем добычу, и здесь идет рекламка. Конечно, минус, да? Но через 14, 13, 12 секунд закрываем. И, соответственно, строим, развиваем нашу ферму, улучшаем все. Значит, так что проходите, может, вам тоже будет интересно. Ну и плюс в Яндекс.Играх еще и огромное количество игр. Плюс тут надо собирать урожай. Вот, нажимаете слева. И, соответственно, чем больше вы здесь соберете вот этих семян, тем больше вы посадите следующих семян, в следующем урожае, и тем больше вы опять заработаете, вырастите и так далее и тому подобное. Ну и здесь тоже есть вот развитие, сколько можно, допустим, вот это развитие, да. Баклажанов. Нет. Баклажаны пока. Так что, друзья, вот так вот, конечно, еще раз повторяю, минус — это то, что надо постоянно тут любое действие, да, чтобы что-то получить, надо иногда смотреть рекламу, допустим, двойную. Смотрим, опять же, рекламу, да. Но, опять же, игра бесплатная, поэтому в целом она мне нравится. Короче, друзья, если вам тоже интересно, проходите, ссылка в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.